Сегодня 1040-й день, как я питаюсь только фруктами, и это уже четвертый выпуск о том, как я пришел к фрукторианству. Как я уже рассказывал ранее, чтобы не остаться в инвалидном кресле, я задействовал мощный фактор самовосстановления посредством движения и адаптивных нагрузок на ноги. Но этого было недостаточно. Чтобы по-настоящему убрать воспалительные процессы из организма, требуется обновление тканей на более глубоком уровне. И единственный фактор, который способен на это повлиять, это качественные изменения в твоем питании. Я не жалел сил и активно изучал информацию о физиологии человеческого организма, и мне все чаще встречались факты о вреде пищи животного происхождения. Практика – единственный способ проверить истину. И как только я убрал продукты животного происхождения, мясо и прочие из своего рациона, я уже в первые же дни начал ощущать реальный результат. Это легкость в пищеварительном тракте, это улучшенный сон и восстановление, меньшее закисление в мышцах на тренировках и так далее. Но самое главное, я ощутил реальные улучшения в травмированном суставе. Подписывайся, скоро новый выпуск.